Названный именем великого классика азербайджанской поэзии город Физуле до оккупации был одним из самых красивых и богатых культурными достопримечательностями мест в Азербайджане. За 30 лет оккупации армянские вооруженные силы превратили Физуле в город-призрак. Город и села района, инфраструктура, памятники истории и культуры – все было безжалостно разграблено и разрушено. Каждый уничтоженный дом, улица, памятник – это шрам на сердце азербайджанского народа. Чтобы восстановить историческую справедливость и освободить родные земли от оккупации, азербайджанские воины мужественно сражались, проливая кровь за каждую высоту, каждый город и село, не отступая ни на шаг, пять за пятью очищая эти земли от армянских фашистов. Одни из самых тяжелых боев проходили именно здесь, в Физуле. За 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные укрепления, что многим казалось, освободить город Физуле от оккупации будет невозможным. Но благодаря доблестной армии Азербайджана 17 октября 2020 года Физуле был освобожден от оккупации. Даже авторитетные военные специалисты полагали, что на освобождение Физуле от оккупации уйдут месяцы. И успех этой операции оставался под большим вопросом. Однако боль разлуки и тоска по родной земле были столь велики, что для освобождения Физуле азербайджанским вооруженным силам понадобились не месяцы и даже не недели. Доблестные сыны Азербайджана справились с этой почетной миссией буквально за несколько дней. В течение 30 лет враг пребывал на наших землях, думая, что так будет всегда. Но армянские военнослужащие даже представить не могли, что ответ за 30-летнюю оккупацию будет таким решающим. Они были в ужасе, когда увидели наших военнослужащих, отчаянно сражавшихся, даже несмотря на ранения. Потому что за эти годы мы достаточно натосковались по этой земле. Обратного пути нет. Когда я вступил на эту землю, я подумал о том, что нет иного пути, кроме победы. У врага здесь были укрепленные позиции, которые мы с товарищами сумели разгромить. Враг не стал долго сопротивляться, так как знал, что бессмысленно умирать на чужбине. А вот мы были готовы умереть за свою землю. И пусть покоятся души наших доблестных героев, павших в праведной борьбе. Как и в других боях за освобождение оккупированных территорий, в физулинской операции военнослужащие азербайджанской армии проявили высокий уровень профессионализма, мастерства, отвагу и самоотверженность. После освобождения Гадрута от оккупации мы направились в Физуле. Еще до нашего прибытия враг пребывал в панике. Несмотря на мощные укрепления, возводимые армянами в течение многих лет, им не удалось противостоять нам. Конечно, это были тяжелые бои. Я получил ранения, но это не помешало нам одержать победу. Враг нас совсем не ждал в этом направлении. Наше появление здесь было для них вторым неожиданным ударом после Гадрута. До сих пор помню их крики, когда они заметили нас. Мы прогнали врага с наших территорий. Они бежали без оглядки. Уже совсем скоро Физуле снова забурлит жизнь, как это было до оккупации. Темпы восстановления этого города уже сейчас поражают весь мир. Уже через год после освобождения от оккупации при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджеп Тайипа Эрдогана состоялась церемония открытия Физулинского международного аэропорта, считающегося воздушными воротами Карабаха. В том же году президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра управления цифровой станцией, который предполагается ввести в эксплуатацию уже к концу 2022 года. В целом, город Физуле, в который вернется около 50 тысяч жителей, будет восстановлен и готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось. Бенуша Назарова, Весол Аликперов, CBC.